спокойно. Дыши. Поможем Человеку-пауку защитить тюремный конвой. Легче легкого. Вдох, выдох. Спокойно. Пит! Ты здесь? Просто заливаюсь топом. А как ты пьешь? Очень осторожно. Ну, вперед. Феликс-2, везем тяжелый груз. Понял, Феликс-2, мы вас видим. Это важное дело. Наверное. В том году с плота сбежали сотни людей. Теперь пора вернуть их обратно. Полиция не хочет рисковать. Особенно с нашим дорогим гостем. У нас тут серьезные проблемы. Там тот, кто помогал Октавиусу? Наверное. Может, стервятник, может, скорпион. А может, кто покрупнее. Так, у нас проблема. Погоди, Майл, дай мне. Не волнуйся, Пит, я смогу. Майл, нет! Все нормально. Феликс-2 вас заносит. Нормально, мы справимся. Надо только собрать все до... До этого. Привет, чатки. Мне не помешает помощь! Ты не занят?
это плохо. Thank you.
откручу! Пит, тут становится жарко! Пристрелка полиции и беглецов! Помоги полиции! Ты тут пока справляй! Пит рассчитывает на меня! Надо помешать этим парням! Они заняли весь мост! Понравилось, да? Ты живой? Вроде. Пит!
парни? Класс, просто здорово. Саймон Крид, шеф по науке Roxxon Energy. Рад знакомству. И я. Простите, кажется, наш мяч угодил на ваш двор. Не, вообще-то вы помогли. Мы только купили участок, хотели расчистить слегка. Но вы нас опередили. Я благодарен. Вам обоим. Разобрался с носорогом. Один? Ты далеко пойдешь? Спасибо. Но он еще опасен. Нет, мы сдадим его полиции. Я считаю, что городу спецвойска ни к чему пока. Не случится что-то такое. О, долг зовет. Был рад вами познакомиться. Лучшее впереди. Алло? Он прав. Ну, пойдем. Не будем мешать полиции. О, просто... Да. Спасибо. Да, спасибо, ладно. Биоэлектричество. Ух ты. Если честно, немного завидно. Эй, послушай, я ничего про это не выяснил. Может, провести завтра тесты? Замерить напряжение? А, черт, прости, Майлз. Я все собирался тебе сказать. Мне придется отъехать на несколько недель. Это что, шутка такая? Нет, Бьюгл отправляет МДЖ за океан, а я с ней как фотограф. Совместный отпуск-командировка. Вот блин. Слушай, не знаю, готов ли я работать один. Я так облажался в прошлый раз с вертолетом. Зато потом исправился. Ты спас мою задницу, Майлз. Мне повезло. Слушай, я занимаюсь этим делом уже 8 лет без всякой подстраховки. Представь, сколько раз я косячил. Все набивают шишки. Что это? Подарок на Рождество. Но сперва ты должен принести клятву. О, ну, ладно.